Давайте перейдем ко второму вопросу. Откуда же взялся грех? И есть несколько путей, как мы можем ответить на это, так сказать, несколько подходов. И также нам необходимо обсудить вопрос происхождения греха среди ангелов еще до того, как был сотворен человек. И представляется, что происхождение греха, и под происхождением греха я имею в виду не идею, но первый греховный поступок, вот происхождение греха связано с падением сатаны. Сатана, как мы понимаем, был сотворен Богом, причем сотворен он был совершенным, но затем Писание говорит нам о том, что в какой-то момент после своего сотворения он решил восстать против Бога. Об этом мы читаем в 14 главе книги пророка Исаии. Во всяком случае, я считаю, что говорится именно об этом, что сатана сказал, что я буду выше Всевышнего, и мы знаем, что за этим последовало. И это произошло после сотворения сатаны и, скорее всего, до сотворения человека. Потому что, когда мы читаем книгу «Бытие», первые две главы, то создается впечатление, что все события происходят друг за другом. Между этими событиями нет большого промежутка времени. Хотя, конечно, мы этого не знаем. И такой промежуток времени мог быть, во всяком случае, между сотворением материи и дальнейшим творением. Вот мы читаем в книге «Бытие», что земля была безвидна и пуста, и уже затем Бог начинает формировать ее. И затем, когда земля уже становится пригодной для обитания живых существ, Бог начинает творить животных и затем сотворил человека. И считается, что ангелы были сотворены ранее. Во всяком случае, на тот момент, который описывается в третьей главе книги «Бытие», мы знаем, что сатана уже существовал и уже восстал против Бога и был свергнут на землю, потому что в саду он искушает Адама и Еву. Также в Писании есть стих, записанный в книге Откровения, 12 глава, стих 4. И в 12 главе книги Откровения говорится о сатане, как о большом красном драконе, страшном змее. И здесь напрашивается параллель с 3 главой книги «Бытие». И написано, что когда он пал, он увлек с собой третью часть звезд с неба. И толкователи говорят о том, и, как мне кажется, они правы, что очень часто в книге Откровения, когда речь идет о звездах, на самом деле подразумеваются ангелы. Конечно, не только в этом значении используются звезды, но вот толкователи Библии, во всяком случае, евангельские толкователи, в один голос говорят о том, что именно об этом здесь идет речь. Итак, сатана не спал с неба, и он увлек за собой определенное количество ангелов. И в Писании нигде мы не находим указания на то, что те ангелы, которые были низвергнуты с неба, имели возможность покаяться и спастись. С другой стороны, осталась большая группа ангелов, которые не поддались на искушение сатаны. И Писание говорит нам о том, что это благочестивые ангелы, и эти ангелы были утверждены в праведности. Во всяком случае, таково традиционное понимание ангелов в евангельском богословии. Итак, таково происхождение греха, если мы говорим об ангелах, о сатане, и вскоре мы перейдем к греховным поступкам людей. Но прежде, пожалуйста, вопрос. Еще раз скажите, о какой главе книги Откровения шла речь? Да, книга Откровения, 12 глава. И стих, в котором конкретно говорится о том, что дракон увлек за собой третью часть звезд с неба, это стих 4. Извините, если я произнес это слишком быстро. Откровение 12:4.
Что ж, есть еще несколько моментов, на которые мы хотели бы указать, говоря о грехопадении. И вы, конечно, понимаете, что здесь много чего, о чем мы можем строить лишь предположения. И, в принципе, зачастую это все, что нам остается. Хотя, к счастью, есть много моментов, которые оговорены в Писании, и Писание нам очень подробно раскрывает определенные вещи. Но вот когда речь идет о грехопадении, в первую очередь мы должны рассмотреть процесс искушения, записанный в книге «Бытие» в 3 главе. И глава начинается с того, что перед нами предстает змей. И мы читаем следующее. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог». И если здесь речь идет не о реальном змее, буквальном змее, то вот тогда сравнение змея с другими зверями полевыми выглядит странно. И еще более странными представляются те проклятия, которые были произнесены в адрес сатаны позднее в этой главе. Поэтому кажется, что наиболее разумным пониманием змея является то, что это был реальный буквальный змей. Но, конечно, следует сказать, что на основании всего, что записано в этой главе, можно сделать также вывод о том, что это змей не просто змей. Это сам сатана, который использует змея и говорит через змея для того, чтобы искусить Еву. И в результате этого, в других текстах Писания, когда речь идет о сатане, сатана часто называется древним змеем. И понятно, что это связано с этим событием. И здесь опять же можно привести пример 12 главу из книги Откровения, стих 9. В этом стихе сатана называется древним змеем. Итак, перед нами искуситель. Искуситель — это змей, но не просто змей, это сатана. Но а что же насчет того, кто искушается? И мы читаем о том, что искушение нацелено на Еву. Во всяком случае, первоначальное искушение, как мы читаем в этой главе. И многие пытались высказать различные предположения, почему именно она оказалась первой мишенью сатаны, а не Адам. И как вы можете предположить, на протяжении истории выдвигалось много разных объяснений. И, к сожалению, большинство предложенных объяснений основаны на предположении, что женщины занимают более низкое положение, чем мужчины, хотя в тексте об этом ничего не говорится. Вот, к примеру, я могу привести несколько таких объяснений. Некоторые богословы высказали предположение, что причина, почему сатана вначале подошел к Еве, а не к Адаму, в том, что искусить ее было легче, чем Адама. Если таких богословов спросить, а почему же искусить ее было легче, то они ответят, что она своими ушами не слышала запрет Божий, записанный в книге «Бытие», 2 глава, в стихах 16 и 17. Этот запрет Бог произнес Адаму. «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него». И вот некоторые предположили, что этот запрет Бог произнес Адаму, и Ева его не слышала. И, быть может, именно поэтому сатана решил начать свое искушение с Евы. Другие же высказывают иное предположение, почему искусить Еву было легче. Они говорят, что искусить женщин всегда легче, чем искусить мужчин. И понятно, что мы с этим не можем согласиться,
Понятно, что это уход в сторону, в необоснованные умозаключения. Мы не можем заявлять о том, что Писание учит чему-то, что очень легко опровергнуть, потому что, несомненно, есть женщины, которых очень сложно искусить. И есть достаточно много мужчин, которых обольстить и обмануть очень легко. Поэтому нам не следует вкладывать подобные представления в текст. И мне представляется, что подобные объяснения не имеют под собой достаточно оснований, чтобы их придерживаться. Но вот хотя бы что касается того, что Ева не слышала этого запрета из уст Божьих, и, может быть, она что-то неправильно поняла. Но вот когда мы читаем 2 и 3 стихи и видим то, что Ева отвечает сатане по поводу слов, сказанных Богом, то понятно, что Ева прекрасно знает о запрете Божьем. Кто-то выдвинул другое объяснение, говоря о том, что таким образом сатана пытался нарушить установленный Богом порядок. И что же имеется в виду? И имеется в виду именно порядок сотворения. Потому что мы знаем о том, что Адам был сотворен первым. И уже после него второй была сотворена Ева. А что же делает сатана? В чем же заключается его подход? Сатана идет не к первому, кто был сотворен, а ко второму, возлагая на Еву ответственность в принятии решений. Что ж, очевидно, в зависимости от того, каких взглядов придерживаетесь лично вы по поводу взаимоотношений между мужчиной и женщиной, вы можете посчитать, что такое объяснение также неприемлемо. И я думаю, все, что мы можем сказать, это то, что текст не раскрывает нам причины, почему сатана вначале подошел к Еве, а не к Адаму. И хотя какие-то объяснения мы можем с легкостью отвергнуть, считая их необоснованными, то даже те объяснения, которые могут казаться разумными, мы не можем подтвердить на основании Писания, что действительно именно поэтому сатана подошел сначала к Еве. Писание не раскрывает причины. Все, что Писание говорит, что сатана начал обольщать Еву, и об этом мы с вами будем говорить, а не пытаться строить предположение, почему Ева, а не Адам. Давайте рассмотрим тактику, которой прибегнул сатана, потому что это явлено. И я бы предположил, что тактика, которую использует сатана в этом случае, не изменилась, что таким же образом он искушает и нас сегодня. Да, быть может, в наших искушениях прослеживаются не все шаги, как в случае с Евой, описанном в 3 главе книги «Бытие». Но, во всяком случае, что-то можно отметить, нечто похожее, когда мы с вами встречаемся с искушениями в своей жизни. И что касается самого искушения, то, я думаю, на основании текста и Писания увидеть 4 шага в тактике сатаны. Или, если хотите, это искушение можно разделить на 4 части, и тогда оно становится нам более понятно. Итак, первый шаг сатаны. Он задает вопрос, действительно ли Бог сказал то, что сказал. Первый стих. Мы уже с вами прочитали первую часть этого стиха о том, что змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И я думаю, наивно было бы говорить о том, что сатана спрашивает потому, что на самом деле не знал. Я думаю, сатана намного умнее, чем мы думаем. Скорее всего, здесь происходит следующее. Этот вопрос призван посеять сомнения. И в чем же он хочет, чтобы Ева усомнилась?
И сатана пытается убедить Еву, что Бог никогда бы не дал такой запрет, потому что Бог-то знает, что на самом деле не так уж и плохо вкусить от этого плода. И хотя у нас есть слова, мы не знаем, с какой интонацией они были произнесены. Но представляется так, что сатана сказал, если перефразировать его слова, записанные здесь в третьей главе, «Неужели Бог и правда такое сказал? Ведь это совсем неплохо. Наоборот, это вам на пользу. Вам лучше будет, если вы вкусите от этого плода. Неужели ты уверена, что Бог мог такое сказать?» И сатана пытается посеять сомнение в Еве, что Бог на самом деле не произносил подобный запрет, потому что благой и добрый Бог этого бы не сделал, ведь это же на пользу для человека. Да, пожалуйста. Но также в своем вопросе, как мне кажется, сатана неоправданно расширяет значение сказанного Богом. Да, я думаю, именно так. Я думаю, что сатана неоправданно расширяет значение сказанного Богом. И Ева отвечает сатане. И посмотрите, как она отвечает. Она прекрасно знает правила, установленные Богом, и знает, что Бог от нее ожидает. «И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И некоторые богословы указывают на ее слова «и не прикасаться к нему», и добавляют, что если посмотреть на слова, сказанные Богом, то он этого не говорил. Он просто сказал «не ешьте от него». Но здесь, опять же, на мой взгляд, эти люди переходят в сферу предположений, на которые нет оснований. И на то есть несколько причин. Но, во-первых, мы не знаем, сколько времени прошло между событиями, описанными во второй главе, и событиями, описанными в третьей главе. Быть может, несколько минут, а может, и какое-то продолжительное время. И, быть может, Бог сказал и Еве то, что нельзя есть этого дерева. Мы не знаем этого. Об этом не написано. И, быть может, когда Бог произносил свой запрет Еве, Он добавил «и не прикасайтесь к нему». И даже если Он никогда не говорил «и не прикасайтесь к нему», раз Он сказал «не ешьте», неужели правильно будет Его трогать и прикасаться? То есть понятно, что здесь Ева не изобретает что-то, не извращает Божье повеление. Не говорит что-то отличное от того, что Бог от нее ожидает. И в ответ на то, что говорит Ева, сатана предпринимает второй шаг в этом процессе искушения. В 4 стихе мы читаем о том, что сатана не только ставит под сомнение слова Бога, но и называет Бога лжецом. 4 стих. «И сказал змей жене, нет, не умрете». Бог же сказал, что если они вкусят от этого плода, то умрут. Сатана говорит, не умрете. Конечно, сатана здесь не говорит напрямую, что Бог лжец, но он это подразумевает. Итак, все началось с того, что сатана ставит под сомнение те правила, которые установил Бог. Неужели это Бог заповедал? И сатана призывает переосмыслить. Ведь на самом деле это действие доставит вам много радости, он говорит, доставит много пользы. Неужели Бог мог такое заповедать? Да, Бог сказал, это делать нельзя. И сатана говорит, можно, ничего плохого не произойдет. Бог на самом деле говорит вам неправду. И здесь мы видим то, что обольститель извращает Божье Слово. Но на этом искушение не заканчивается,
Потому что, посмотрите, пятый стих. Здесь мы видим третий шаг в процессе искушения. Сатана призывает Еву взять власть в свои руки и самой решать, что ей можно делать, а что нельзя, что ей стоит знать, а что не стоит, что ей стоит иметь, а что не стоит. Итак, пятый стих. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, и это слова сатаны, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». С одной стороны, это объяснение того, почему Бог якобы не мог дать такое повеление, не есть от этого плода. Но сатана заходит еще дальше. И он говорит, что, конечно, вы должны вкусить от этого плода, потому что посмотрите, сколько пользы это вам принесет. И не может быть такого, чтобы Бог запретил вам это делать, потому что Бог-то сам прекрасно знает, сколько хорошего вы извлечете из этого поступка. Вы сможете различать добро и зло и будете как боги. ТВ-семинаре – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Хорошо, идем далее. Последний шаг в стратегии сатаны. Давайте посмотрим, что он делает далее. Он пытается заострить внимание Евы на самом плоде, насколько он привлекательный. Он хочет, чтобы она увидела, что не только много пользы она извлечет, если съест от этого плода, но что и плод сам по себе привлекателен. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. К этому моменту сатана уже сообщил ей о всей той пользе, которую она для себя извлечет, если вкусит от этого плода. Он заставил ее усомниться в Божьих словах, сказав, что Бог знает все то хорошее, что произойдет, если ты вкусишь. Он не мог запретить. И посмотри на сам плод, насколько он сочен, насколько он созрел. Он должно быть очень вкусен. Неужели ты думаешь, что что-то настолько приятное может причинить тебе вред? Давай, съешь его. И как я уже вам говорил, я считаю, что сатана использует ту же самую тактику, искушая нас сегодня. Он применяет ее в нашей жизни. Быть может, не все эти шаги. Мы знаем правила, но к нам подходит сатана и говорит, по сути, то же самое. Он пытается посеять сомнение в Божьих словах. Неужели Бог дал такие правила? И мы отвечаем, да, Бог дал такое правило, оно записано в таком-то стихе Писания. Мы не должны так поступать, и если будем так поступать, у нас будут проблемы. У меня не будет никаких проблем, говорит сатана. Лучше посмотрите, сколько это даст вам преимуществ, сколько всего хорошего произойдет, если вы это сделаете. И, конечно, если Бог и заповедал это, то не всерьез. Или, быть может, сатана скажет нечто иное. Да, это правило, но это правило не для вас, для других людей. Это правило для неверующих, для нехристиан, а ты христианин. Это плохо делать не христианам, а христианин может это все сделать, а потом пойти раскаяться, исповедаться, и никаких последствий не будет, он будет жить дальше. И кроме того, посмотри, насколько это здорово, насколько это привлекательно, насколько это приятно. Сколько радости это тебе доставит. Ты же хочешь это сделать, и сделай. Конечно, я не хочу сказать о том, что каждый раз, или в большинстве раз, когда мы с вами встречаемся с искушением, мы вступаем в подобный разговор с сатаной. Я просто хочу сказать о том, что сатана использует
похожую стратегию, искушая людей. Я думаю, оглядываясь назад, вы можете вспомнить случаи, когда вы были искушаемы и, быть может, поддались на искушение, и сатана поступал именно так. Но, как бы там ни было, именно такую тактику использует сатана здесь. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.